Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дэн Хай, и сегодня мы будем играть в такую топовую игру, как Professional Fishing Simulator. Эта игра очень интересна, особенно она интересна на компьютере, ну на компьютере, конечно, она не у всех будет тянуть, а на телефоне, но всех, в принципе, на каждом телефоне должна тянуть, и, в принципе, игра даже на телефоне очень крутая и здоровская. Давайте сделаю обзорчик, я, если не ошибаюсь, когда-то уже даже снимал, по-моему, эту игру. И, возможно, делал какой-то обзорчик. Но я сделаю, если что, его повторным. Так, у нас есть турнирчики. Глобальные турнирчики, которые делаются там сейчас приблизительно. Ну, как начинается, закончился и сделался новый турнир. Они довольно-таки крутые, потому что тут старт у вас, допустим, недорогой. Можно за золото за 2, за 150 серебра. И призовой фонд прямо реально большой идет. Так, дальше у нас турниры еще один на один. Можно создать, выигрывать других людей или вступить к другому человеку. Вот я смогу сюда вступить за 50 серебра и выиграть 100 серебра, ну, если я выиграю. Так, дальше у нас идут рейтинги. Рейтинги – это то, что ну, показывают, на каком вы месте, какой у вас уровень, сколько очков рейтинга, пойма на рыб сколько, вес рыбы сколько. Ну и вообще вот зависит от того, что, ну, где вы находитесь, на каком месте, это зависит от очков рейтинга. Такс. Дальше у нас идут ежедневные. Вот это реально очень круто. Зашел в игру, посмотрел, на что крупная рыба. Вот, допустим, вот сюда кто-то на что попался, у нас на выползка. Или на навозную, что это именно за червь. Ну, не, это навозный, да. Вот густера крупная попалась на выползку. Вы зашли, посмотрели в игру, что сегодня на что крупное берет, и на эту наживку будете пробовать и ловить. То есть реально крутая вещь. Во многих играх это нету. Дальше идут у нас задания. Задания проходите, 5 заданий прошли, у вас появляется лицензия на другую локацию. То есть тут локаций реально очень и очень много. Так, с премиум шоп, то, что можно купить за денежки, не советую покупать, потому что можно самому заработать, так что играть лучше интересно, когда сам играешь. Дальше у нас идут вот такие локации. Открыта у нас пока что первая локация по тому уровню, который у нас есть. Вот, допустим, у нас вот эта локация открылась, но ее еще нужно купить за серебро. 2000 серебра она стоит. Либо уже проходить задания, и у вас они будут открываться. 5 заданий прошли, локация открылась. А когда по уровню, они, видите, вот, вот это нажмем. Франция, 18, какой-то, 10 уровень, ребятки. 10 уровень будет у нас, я потом могу эту локацию буду купить за 4000 серебра. То есть по уровню они открываются, потом еще их надо будет покупать. На данный момент я их не могу купить, только могу за золото, необходим видеть 10 уровень, могу только за золото купить сейчас. Или открываться они будут при помощи прохождения заданий. Ну, а у нас открыто только Поланд и все. То есть тут вообще рыба на самом деле много, лещ есть, голавль, жерех, плотва, окунь, там есть еще, по-моему, густера, карась. Ну, то есть рыбы реально много, тоже интересно ловить. И давайте пойдемте поймаем пару рыбешек. Начинаем черную пятницу. В игре, конечно, присутствует, ребятки, очень много рекламы. Очень много рекламы присутствует в игре. Ее можно с помощью покупания VIP, по-моему, убрать. Ну, там есть такая штучка без рекламы и в этом духе. Но реально очень много рекламы. Когда вот сюда на локацию на любую заходите, у вас будет реклама. VIP я, ну, не хочу покупать пока что, так что будем как-то мучиться с рекламой. Так, ну, у нас вот такая вот крутая локация, вот такая вот крутая удочка. Графика, в принципе, очень довольно-таки хорошая. У меня на максималке все стоит. Потому что телефон нормально тянет, так что играем на максималке. Здесь можно арендовать лодочку. Лодочку можно навсегда арендовать за 99 золота или за 2 серебра на сколько-то там, на сколько. На один раз, по-моему, или что-то типа такого.
Очень много, видите, всяких камней здесь. Также здесь, как в русской рыбалке 4, нужно искать точки, на которых лучше всего какая рыба берется. То есть есть такие точки, где окунь берет, есть такие точки, где лещ берет, где-то еще что-то берет. Нужно их искать и экспериментировать таким образом. То есть если на лодке поехать, там увидеть коряк везде много, то есть на спиннинг на лодке шикарно ловить с берега особо. Так, ну и давайте покажу вам магазинчик. Вот так вот выглядит наш магазинчик. Здесь удочка, катушка, леска, поплавок, крючок и наживка. Можем посмотреть, какие у нас, видите, есть еще вещи. У нас есть еще крючочек, есть хлебушек, блюсинет, ничего нет такого. Магазин, здесь можно купить удочки, и они открываются тоже с уровня. Стоит довольно-таки дорого. Катушки также с уровня открываются, это стоит тоже много. Лески более дешевые, ну, не очень дорогие, прям так. Тоже открываются все с уровня. Крючки также открываются с уровня, но они тут поменьше уровней, тоже не совсем дорогие. Поплавки, ну, то же самое все идет у них. Наживка тоже самое. Наживка вся, кстати, по-разному стоит. То есть реально прям разная-разная стоимость наживки. Есть наживки, которые более дешевые, есть наживки, которые прямо реально дорогие. Кстати, ручейника можно купить, лещ очень хорошо на ручейник шел вчера, по крайней мере. Блесна можно купить, вот они. Все показано, какие рыбы берут, но это частично, конечно же. Есть еще и другие рыбы какие-то берут. Так, нажимаем это, нажимаем профиль. Показывает, какую рыбу мы ловили, на сколько килограммов, на какой локации и на какую наживку. Показано, какие у нас лицензии есть, у нас только Поланд есть, какой у нас уровень, сколько нам осталось опыта до следующего уровня. Какие у нас бонусы? У нас нету бонусов сейчас. Сколько тут еще очков рейтинга показано? Какие кубки есть? Соревнования, я имею в виду. Ну и, в принципе, все. Можно ник там сменить. И давайте пару разочков закинем. Закидываем приблизительно на среднюю дистанцию нашей удочки. У нас показан вот такой поплавочек. И ждем поклевочку. Эх, не подсекли почему-то. Вроде вовремя дернул, но подсеклось. Вот тебе подсеклось. У меня все снасти фиговые, могу вам так сказать. Катушу хорошенького нету. Попалась у нас вот такая вот лодычка. Ее можно вот так вот шевелить. Вверх-вниз, вверх-вниз. Посмотреть, как она выглядит. И можно продавать, можно отпускать. Если вы будете отпускать, вам будут давать опыт. Если вы будете продавать, вам только частично опыт дают, получается полсуммы. Если вы отпустите, вам в два раза больше дают. Ну, то есть, можно и продавать всю рыбу, вам все равно уровень будет идти, но гораздо медленнее. Серебро, кстати, здесь реально добыть очень трудно. Золото, так что, по-моему, вообще невозможно никак не добыть. Только если крутить рулетку на каждый день. Каждый день вы заходите, и у вас появляется рулетка. Там можно выбить серебро. Там можно выбить золото, по-моему, если не ошибаюсь. А вот серебро реально добыть очень трудно. Очень-очень трудно, а рыба очень дешевая. Можно на турнирчиках на всяких добывать, а так очень трудно. Ну и что, не подсекается? А, во, подсеклось. Так, есть первая рыба, кстати, более хорошенькая, могу так сказать. Очень даже хорошенькая. Вот смотрите, как у нас удочка изгибается, катушечка скрипит. Кто это такой? Лещ, наверное? А, нет, ребятки, это для нас первая рыба, кстати. Усач я такую еще не ловил здесь, на этом водоеме. Я думал, тут вообще такого нету. А, оказывается, есть, ребятки, видите, усачек клюнул. На кило 950, и опыта, в принципе, он прилично так приносит. На горох, ребятки, клюнул, на горошек. Ну, в принципе, ребятки, на этом все. Будем потом играть более лучше, будем искать точки какой-то определенной рыбы. А в данный момент просто я снял такую небольшой такой видеоролик, чтобы показать, что за игра, обзорчик небольшой сделать. И в следующей серии будут гораздо интереснее, мы будем больше ловить. Будем искать какие-то точки, будем проходить задания. И будем, наверное, может быть, даже снимать когда-то видеоролики по фарму, какая рыба больше фарма. Ну, то есть, ребятки, будет интересно. Подписывайтесь, если вам понравился видеоролик. Всем пока-пока.